Всем привет! Представляю универсальный радар-детектор SHOME-G900 Blue STR. Главное преимущество модели – встроенная GPRS-антенна, которая улавливает сигналы таких радаров, как K, X, KA, KU, лазер, стрелка, а также систему автодория. Дальность реагирования – 1500 метров. Что здорово, чтобы обновить ПО, радар не обязательно подключать к детектору. В комплекте идет USB-переходник. Вы загружаете на него последнее обновление, вставляете флешку в радар, и система автоматически обновляется. Кнопка DIM меняет яркость подсветки дисплея. Всего есть несколько ступеней яркости. Функция удобна, в ночное время дисплей не слепит глаза. Кнопка MUTE уменьшает или увеличивает громкость устройства. Кнопка City включает режим «Город». Радар становится менее чувствительный и помехозащищенный. В результате не реагирует на множество внешних раздражителей. Модель поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления, USB-кабелем, USB-загрузчиком, креплением на лобовое стекло и приборную панель, а также адаптером питания с разъемом прикуривателя.